Он на перекрестке назад сдает. Ну, хей, красота. Не, по-моему, нет. Очень плохо видно, поэтому. Он, видишь, джип проехал. Тут каждый вечер такая херня. Ну, по крайней мере. А? Днем открыто, да. По крайней мере, вечером, короче. Чуть ли. Ну, не каждый может быть, но часто я видел. Вот. Не знаю почему. Ну, может, реально потому, что вот, чтобы не мешать тем, кто там живет. Это единственное предположение, потому что там больше никого нету. И больше незачем перекрывать, ну сам понимаешь. А так они там спят, допустим, да, представляешь, и стритрейсеры начинают гонять, здесь же, ну, такая улица прямая. Вот, две полосы. Это прям удобно, чтобы погонять. Вот, наверное, будет, это поэтому и перекрыли. Ну, мне так кажется. Да. С двумя камерами даже. Интересно, во что вот сейчас происходило? Где? С водителем мучили вы его минут 30, который только что уехал. Мы просто ему объяснили, что у него штрафы есть, не оплачены. 20-25? 20-25. А чего он уехал? Он сначала пытался нам показать квитанции, их не было, эти квитанции. Ну и что, просто отпустили. А это, кстати, что за знак? Где? Вот, все тут перекрытие такое. А вы кто такие, собственно? Граждане. Какие граждане? Специальные. Он, что, заняться нечем? Почти. Документы, пожалуйста, ваши. Какие? Какие при вас документы? Паспорт. Вы обращаетесь сейчас ко мне? Не обращаюсь к вам. Пункт 4, статьи 5 закона о полиции. Выполните статью. Откуда вы? Я вас спрашиваю, откуда вы пришли? Из кустов, с камерой? Из леса. Вестимо. Какие-то вообще бесстрашные. Вы видите, куда же машинки не ездят? Зачем? Почему это же? Затем, что там мешают спать людям. Каким людям? Высоким людям. Высоким людям. Высоким людям? Высоким людям. Кто у нас такие высокие люди, ради которых перекрываются дороги? А что вы меня спрашиваете? Мое дело маленькое, мне сказали здесь стоять, я стою здесь перекрываю. Но у вас это приказ есть здесь? А? У вас приказ есть здесь стоять и перекрывать дорогу? Почему, какой приказ? Или вы сами тут решили перекрыть дорогу? Почему сами-то? Нет, не сами. Не по своей инициативе. Не так каждый вечер? Каждый день. Но днем-то она открыта, а вечером получается, да? Получается. А какие-нибудь документы есть на эти знаки? Что вы тут стоите, вообще дорогу перекрываете? Нет. Плохо, плохо. Что плохо? Все плохо. Ну, знаете, что за это будет, да? 12.35. Какие 12? Что это такое? КОАП 12.35. Добрый вечер. Здравствуйте. По проекту, я домой еду. Добро. Вы, естественно, проспект, но не только. То есть те, кто живут, пропускают, да? Ну, те, кто, да.
А что, гоняют, что ли, загонщик? Не дают покоя. А вот там, где общежитие, там не перекрывают? Там 6 тысяч человек живет. 6 тысяч? Конечно. Все вмещают. Здание это большое. Вот 6 тысяч человек спят, им пофиг на них, а вот 3 человека спят, вот них перекрывают. Что значит пофиг? Что значит пофиг? Объясни мне, что значит пофиг? Ну, я просто там живу, и вот знаю, вот каждые полчаса какой-нибудь, ну вы понимаете. Что там полчаса? Максимум, я могу сказать, вот на моей памяти там случай, когда лежал снег, уборочная техника в виде трактора ездила задним ходом, и у нее автоматически включался звуковой сигнал. Это максимальное, наверное, звуковое... шумовое давление, которое оказывалось на жителей данного учебного корпуса. Эх, если бы. Ты со мной не согласны? А? Да постоянно ездишь же на горе. Да. Что не понял? Стритрейсеры постоянно там ездят. Там? Да там всю клумбу меня оградили, как они там ездят? Во-первых, с другой стороны не оградили, а во-вторых... Какой с другой конкретно? Вы мне говорите конкретный адрес, чтобы я вам давал конкретный адрес. Ленинский город, дом 1, это большое это здание. Ленинский город, дом 1, ну я вот. Могу сказать. Я вам говорю про эту сторону. Ваши пожелания про какой адрес конкретный? С этой стороны стой, сбоку, с этого боку, конкретно. Ну вот там, где клумбы, допустим, вы говорите, а клумбы... С лицевой стороны? Да, с лицевой так, стороны. Клумбы не мешают стритрейсерам ездить. Они там стоят, как правило. Вот я вот сегодня проезжал там неоднократно. Стоят они там, курят, я не знаю, кальяны там стоят. Ну вот они покурили свой кальян и стартуют оттуда. Откуда стартуют? Ну вот оттуда. Они максимум могут стартовать по улице Лебедева. По улице Лебедева, да, там можно. Так же, как вот здесь по Менделеева. Но на этих улицах лежат лежащие полицейские, поэтому я вот здесь вот никого даже не вижу, что кто-то здесь стартовал. Вы сегодня там видели кого-то стартующего? Нет, не видел, но слышал периодически. Ну это с прямого хода, с Университетского проспекта, по тем улицам. Поверьте мне, там стоят экипажи, точно так же контролируют движение. Я сегодня вот неадекватных водителей, я, ну, честно сказать, я даже не наблюдал сегодня. А этого, которого полчаса оформляли, это 20-25 было? Не оплачено? Какой? Который вот только что уехал, крайний ваш. Да, я не считал, там очень много тонировки было. У нас сегодня рейд по тонированию. Ну это мы в курсе. Видите, о чем-то вы уже в курсе. Ну да. Просто стоял так долго. Ну, вы понимаете, что компьютер у нас тоже не быстро работает, не быстрее, чем инспектор, который хочет быстрее выписать штраф. Поэтому что вы хотите от компьютера, который может зависать? Что ему выписали, 20-25? Да я не помню, какой водитель. Какой водитель? Ну вот, крайний, который который квитанции на нем нашел. А, у него были квитанции, ему не выписали. А я как ему выпишу, если у него они не оплачены? Компьютер показывает, что не оплачены, а так они у меня оплачены. А, ну бывает. Я не могу привлечь к ответственности водителя, который мне показывает оплаченный чек. Поэтому. А что тут-то за перекрытие такое? Здесь? Да. Здесь ближайшие дома находятся вот по Университетскому проспекту. Ближайшие дома там вот. Люди жалуются, да, то, что им мешает стритрейсинг. Из-за этого дачи вроде, да? А? Дачи там же вроде, да? Дачи? Да. Дачи не там. Дачи на Косыгин. И то я не знаю, там кто на есть дачи живет. А почему приказы это перекрывать? Кого приказа нет? Мы осуществляем контроль за дорожным движением, чтобы не было несанкционированных зон. Ну а как, если человек там не живет, получается, он не может проехать, правильно? Почему может? Если он визуально оценен инспектором как адекватный человек, почему он не может пройти? Таксисты проезжают, они осуществляют свою работу. Ну а знак вот кирпич, для чего-то стоит? Ну, знак кирпич, вы знаете, то, что это временный знак. И под временный знак, вот водитель остановился, да, вот пассажир сейчас при вас ко мне подошел, спросил, можно ли проехать. Я ему что, по-вашему запретил проехать? Нет. Ну, а в чем тогда вопрос? Ну, просто так то стоит. То есть, людей смущает. Ну, очень много видел то, что заворачивают ну, и туда. Правильно, людей смущает, конечно. Смотри, сейчас Мерседес подъедет, точно так же задаст вопрос конкретно. Вы не стесняйтесь, выйдите из машины. Университетский 16, проезжайте. Гражданин спросил, вопросов нет. Я товарищ рассказывал, что вот он подъезжал к вам и спрашивал, можно ли проехать. А вы спрашивали, куда он едет, он не называл адрес, потому что он не знает адрес. Нет, ну что
что значит проехать туда, куда ты не знаешь? Ну это может не к ним. Ну, да почему? Проехать. Если ему в ту сторону, допустим, в гости, да, он не знает адрес. Как это он едет в гости, не знает адрес? Он что, по своей зрительной памяти едет? Ну да, допустим. Мы просто сейчас кидаемся с вами из крайности в крайность. Я просто... Ну, я просто не могу понять, не знает адреса, но едет в точку. Говоря грубо, тут вот сейчас проезд как-то ограничен, правильно? То есть он проезд не для всех, так? Почему не для всех? Но если человек не знает адреса, он не проедет, правильно? Ну, почему вот человек сейчас должен останавливаться, называть адрес, куда он едет? Ну, почему? Ну, потому что частично, по данному участку дороги, ограничено, частично. Вот. А чем это регламентируется? Но вы понимаете то, что частично? Если бы оно было на 100% ограничено, туда вообще бы никто, даже таксисты не приезжали. Да. Но так как приезжают туда таксисты и местные жители, я не вижу вообще... Проехали. Видите, а вы, говорите, не проезжаете. Ай-яй-яй. И 19.3 ты не напишешь, да? А за что 19.3? За неповиновение. Да какое неповиновение? Мы даже с ним еще не разговаривали. Ну да. Хотелось бы узнать вообще, чем это вот это регламентируется, или это просто вам устное распоряжение руководства дало? Вопрос только в этом. Вам конкретные лица, что ли, нужны, чтобы я обозначил? Желательные лица. Ну, не обязательно. Не, лица я вам не обозначу. Лица официальные, они могут, как говорится, быть названы только лишь официально пресс-службе ГУВД. Я вам конкретно таких людей называть не могу. Нет, вы не правы. Я вам комментирую ситуацию дорожную, непосредственно, что творится на данном участке. А какие-то конкретные лица, дающие мне, как говорится, конкретную задачу, команду, вам это что даст? Вы их знаете, что ли? Ну, постараемся узнать поближе. Вы же понимаете, что это не просто так. Это конечно. Не инициатива какого-либо конкретного инспектора, да, в виде... меня, моего напарника. Конечно. Если есть такая работа, значит, оно так должно быть. Мы с вами... Это нелогично. Я понимаю то, что вы хотите от меня конкретных данных, но они для служебного пользования. Я ну, не совсем. Конкретные данные раскрыть не могу. Вы можете убедиться, что я настоящий сотрудник, да, просите меня предъявить удостоверение, позвоните в дежурную часть моего подразделения. Спросить, есть ли такой сотрудник. Они вам даже скажут мое местонахождение, если вы хотите знать эту информацию. Собственно, мы вас услышали. Теперь я вам поясню нашу точку зрения. Дело в том, что вы, если тут ограничено... Вы поясните свою точку зрения? Да. Давайте. Да. Давайте. Вот. Дело в том, что если тут ограничено движение, правильно? Это вы ограничиваете права граждан, да? Так? Ну, можно так сказать. Вот. Смотря каких граждан. Да любых граждан, без разницы. Гражданина, граждане они все равны. Большинство граждан, так вот. Скажем, даже. Да неважно, хотя бы одного. Угу. Вот. Поэтому вы обязаны по Конституции 24 статье и по закону о полиции, пункту 7 статьи 5, если помните, ознакомить гражданина мне с знаете, что документами. Я вас перебью, прошу прощения, я вас перебью. Мне так нравится то, что гражданские лица, которые не носят погоны, они все время какими-то статьями, пунктами пытаются обозначить свои знания. Вы весь закон о полиции изначально знаете? Вот вы рассказываете мне много. Там какие-то конкретные пункты, да? Вы хотите стать полицейским? Нет, упаси Господь. Упаси Господь, значит, у вас пренебрежение, да? Неуважение непосредственно службы в целом и непосредственно, если вы так говорите, упаси Господь. Нет, и меня, наверное, доля тоже, просто. Как вы со мной не общаетесь. Совсем, просто мне вас жаль. Человек гражданский отличается от человека в погонах тем, что человек в погонах взял на себя обязанность соблюдать закон, как у вас там служить, да? Да. Народу, закону там соблюдать. Вот. А гражданский человек, он не брал на себя такие обязанности, понимаете? Да. Вот. А какие обязанности он на себя тогда возложил? Гражданский человек? Ну да. Какие обязанности он готов исполнять, если он... Вот вы, например, активисты, да, вот вы ходите, снимаете, задаете конкретные вопросы, чтобы услышать конкретные ответы, на которые вам инспектор даже не дает конкретные ответы. Вот зря. Может, мероприятие какое-то проходит, вы же не задаете эти вопросы, правильно? Почему? Мы сразу задали этот вопрос. Мероприятие? Каждый день мероприятие не проводят. Хорошо. Каждый день? Каждый день. Да могут и каждый почему? День проводить. Ну почему не проводят? Проводят.
Просто о мероприятиях... В своих направлениях каждый день проходят свои мероприятия. Просто о мероприятиях должны быть какие-то документы, правильно? Это приказ, там подписан должностным лицом. Но, соответствующим, смотри, так? Я не имею права вам разгласить такую информацию. Почему это? Поэтому что тут говорить о том, что вы хотите услышать с моих ответов? А цель-то какая здесь? Просто увидели, инспектора стоят. Интересно было, почему тут перекрытие. Ну, собственно, выяснили уже. Только здесь или еще? Вот. Нет, мы еще там стояли. Вот. Задать снимали. Вопрос пресс-центр ГУВД. Ну, пресс-центр — это пресс-центр. Вопрос, вот. Ну, последний вопрос. Вот это пересечение проезжих частей считается? Вот это вот? Перекресток. Ну, перекресток, да. Пересечение проезжих частей на одном уровне, так? Вот. Можно стоять на перекрестке? А вы видите, то, что нагорожена вот эта часть перекрестка, она ограничена движением. Ну, тем я не понял, менее. Я понял, к чему вопрос, почему да. Не огорожено конусами, не включены спецсигналы, правильно, да? Вы к этому. Не, конусами-то про конусы, кстати, в правилах. Я вам рассказываю. Конуса стоят, автомобиль огорожен, а направление движения в сторону Масленниковской улицы, оно ограничено временными знаками. Поэтому логический ответ в этой ситуации, то, что все стоят, все два автомобиля садятся по правилам. Все, в принципе. Это мы узнаем. Просто ну, короче, просто сам факт, что здесь тысяч людей и не перекрывают. Данную ситуацию я вам объясню. Здесь тут перекрыто, здесь просто ограничено. Здесь ограничено, а там ограничено. Просто я ему сказал, что если было перекрыто, куда бы никто не прыгал. Просто ограничено. Ну вот, мы с вашим коллегой уже обсуждали то, что ограничено движение, это значит, ну, ограничиваются права граждан, правильно? А права граждан должны ограничиваться на основании какого-то документа, так? Правила дорожного движения, все правильно. Не, ну как, правила дорожного движения конкретно по этой улице еще не ограничены? Которыми мы да, регламентируем свою работу. Просто я сказал, что я не могу им конкретную информацию, от кого, чего, как, почему и зачем. Все. У нас есть приказы. Правильно. Приказы, ограничивающие... Мы здесь обеспечиваем безопасность дорожного движения. В чем еще вопрос? Да, а эти приказы опубликованы? Да они не могут быть опубликованы. Вот. А кем? Стоп, в смысле опубликован? Ну вот, допустим, 185-й приказ, да, он опубликован? Потому что он ограничивает, регулирует права граждан, правильно? 186-й ДСП, да, это для вас. Свободный доступ. Да, да, правильно. Там вообще о службе, о полиции, как говорится, в целом. Закон о полиции, пожалуйста, читайте. Закон о полиции. Я понял, вы имеете в виду приказ руководства нашего о проведении конкретного мероприятия, это вы имеете в виду? Да. Здесь просто идет ограничение движения. Указание об ограничении движения. Все. Устное указание. Я же вам проезжайте. Сказал. Вам нужно пройти, да, не проезжайте. Не. Пройти пешком нужно, пока что. Но по закону о полиции запрещено ссылаться на приказы неопубликованные и интересы службы. Только на федеральные законы или приказы, которые опубликованы. Какие неофициальные, неопубликованные приказы? Ну вот, допустим, указание. Есть указание. Да, да. Указание. Есть приказ. Указание это ограничивает права граждан. Правильно? Вот смотрите, когда проходит конкретная какая-нибудь операция, да, предположим, митинги. Да. Ну, возьмем там, не знаю, Тверскую улицу. Да. Снимается полностью движение. Вот парад 9 мая. Вот самый лучший пример. Парад 9 мая. Что происходит? Движение ограничивается. Насколько оно ограничивается? Ну, это определяется мэрией, правильно? А почему мэрией? Ну, мэрия выносит указание об ограничении движения на каких-то улицах. Вот. А уже по полиции идет указание об обеспечении безопасности, то есть там, ну, оцепление там и так далее. Правильно? Так же делается? Там очень сложная процедура. Ребят, все остальные вопросы, если кто-то пишет, все это записывается, будьте добры, да. Куда шли, туда идите. А здесь как бы вам объяснить, что здесь ничего страшного здесь не происходит. Да мы поняли. Просто. Все. Мы уже все поняли. Все остальное, то, что вам там интересно, да? Да, мы уже все поняли. Вам ответят прицеп. Вот. До свидания. Прицеп. Просто некоторые полицейские считают, что конуса какое-то им дает преимущество, как мигалка. Не надо. Вообще, не надо. Для мигалок ничего. Как вас зовут? Как вам нужно? Павел. Будьте добры, все. Вопросы как бы закончились у вас, которые вас интересовали. Все остальные вам ответят в управлении. Хорошо. Будьте добры. Нагрудный знак можно сделать? Пожалуйста. Видимо. Пожалуйста. 42 дела ждут. Все, спасибо. До свидания. И на будущее скажу, когда к вам граждане обращаются, все-таки представляться надо. Все.
вы же сами подходите. Ну, представляешь, все вы обязаны. Я же не представил, я даже не знаю. Я же тебе объясню, хватит. Пункт 5, статьи 5. Закон о полиции. Ну, видишь, адрес не говорит, он пропускает. Да? Да. Ты сейчас пропустит. По-любому. Актуальности проблемы. Здание МГУ, 6 тысяч человек живет. Ничто не ограничено. Стритрейсер гоняет, шумно, спать неудобно. Да без разницы. А вон там вон, как это мысль? Косыгина, вот здесь, если не ошибаюсь. Продолжение Косыгина. На Косыгина. Ограничено движение. Там дача. Вот потому что там дача. И полицейские уверяют, что там якобы... Там какой-то приказ у них есть, которого нет, которым они не могут ознакомить. И вообще идите нахрен, все... Вопросы в пресс-службу. Отлично. Не представляют. Ничего не делают. Стоят на пересечении проезжих частей. Ограничивают право граждан на свободу передвижения. Чтобы они не мешали другим высоким гражданам. 10 этих человек не спать. Какие-то у нас. Лучше есть другие граждане. Одни низкие, другие высокие. Да. Второй ссылается на внутренние приказы, интересы службы. Еще какой-то там. Охрана общественного порядка, блин. Вот какую функцию он там выполняет? Кому он служит?